Вы знаете, сегодня не зря такой прекрасный праздник, день семьи, любви и верности, а вы проводите это на спортивной площадке. Потому что, ну, на самом деле, традиция – это один из постулатов семьи. И спортивная традиция в семье – это очень хороший такой скрепляющий элемент семейный. И здорово, что вы сегодня собрались, и мы здесь вместе с вами на спортивной площадке празднуем прекрасный, молодой все-таки праздник – День любви, семьи и верности. И сегодня мы будем чествовать семьи, которые прожили вместе 65 лет, 60, 59 лет. Вот у вас есть, у молодых семей, прекрасная возможность подойти и спросить у них, как можно прожить вместе 65 лет. Так что с праздником всех! Ну и любви!